На 57-м километре трассы Ешка, то есть Екатеринбург-Шадринск-Курган, в окрестностях Заречного, посредь бела дня случилось смертельное ДТП, которое наглядно показало, что погибнуть человек может в любой момент, вообще на ровном месте, когда ничто не предвещало. Но это было примерно как шальная пуля, как пресловутый цветочный горшок на голову, только более технологично. На первый взгляд, трагическая случайность, но в нашем мире, как известно, случайностей нет, а есть пока еще не познанные людьми закономерности. Декорация такая. По трассе Ешка, читай по главной, ехала газель породы фургон. В это время по второстепенке к Ешке подобрался маленький мелколитражный Hyundai, пилотируемый 41-летней дамой. Теоретически, по правилам 2D, на этом пересечении неравнозначных дорог Hyundai-чик должен был пропустить весь поток, едущий в ортогональном направлении. И Hyundai водка об этом правиле знала и какое-то время пропускала. Но «Газель» волею небес не пропустила. Очевидно, что автопилотке Hyundai закрыл обзор справа какой-то большой ТС. И женщина решила рискнуть, рвануть в окно между машинами, не глядячи. И практика показала, что вот так вот лучше не рисковать. Мелкий Hyundai ведь уже почти проскочил, но «Газель» зацепила его на самом излете, ткнув носом в заднее крыло. Hyundai закрутился, а «Газель», встав на два левых колеса, полетела на обочину. И вот тут начинается главная фаза трагедии. В это время по обочине шла местная женщина. Шла на автобусную остановку, как, наверное, делала это ежедневно. Тротуара в этом месте не проложено, и пешеходка топала по обочине. И случилось так, что сбитая Hyundai'ем с пути истинного «Газель» влетела ровно в женщину и мгновенно убила ее. На перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущества в движении транспортному средству «Газель», движущемуся по главной автодороге. В результате произошло столкновение. После столкновения автомобиль «Газель» откинуло на пешехода, который двигался в сторону остановочного комплекса. От полученных травм пешеход скончался. Пешая женщина находилась к опасности спиной и, наверное, даже не поняла, что случилось, как оказалось на следующем этапе жизни. А земная ее жизнь завершилась мгновенно, без мучений и страданий. А вот у торопливой виновницы трагедии мучения только начинаются. За смертельное нарушение ПДД по 264 части 3 УК вырисовалось ей до 5 лет зоны. Уважаемые водители, будьте внимательны при движении по федеральным автодорогам.